жил в одной деревеньке старик. Он был одинок и нелюдим. Вечерами возле его дома играли местные ребята. Дети то и дело шумели, чем сильно его раздражали. Однажды старик не выдержал и сказал им: «Если вы придете играть сюда завтра, я вам дам по 1 рублю». На следующий вечер дети пришли и вели себя еще шумнее. Старик выполнил обещание и сказал, что завтра также им заплатят. Но на завтра он вручил им не по рублю, а только по 50 копеек. Еще через день старик раздал детям лишь по 10 копеек, сказав: «К сожалению, у меня заканчиваются деньги. Вы не пришли бы завтра сюда поиграть, как прежде? Но я уже не смогу вам заплатить». Ребят это сильно разочаровало, и они сказали: «Раз так, они сюда вообще не явятся. Мол, чего это они будут за просто так тратить свое время и силы?» Так старик дождался желанной тишины. Мораль. Легко манипулировать теми, чья мотивация заключается только лишь в деньгах.